Быстрая и яростная франшиза «Форсажа 9» уже не быстро приближается к кинотеатрам, и фанаты будут в ярости. Как подтвердили Variety, Universal Pictures отложили премьеру 9-го фильма «Форсаж» почти на год из-за опасений по поводу всемирной вспышки коронавируса. Да, те самые новости, от которых хочется просто откинуться на диване, закрыть лицо рукой, открыть любимый напиток и подождать, пока все пройдет. Решение студии возникло после рассмотрения вопроса о последствиях COVID-19, нового штамма вируса семейства коронавирусов, появившемся в Ухане, Китай, в конце 2019 года, и его распространение уже сказалось на мировой экономике и даже на киноиндустрии. На момент создания этого ролика COVID-19 наиболее распространен в странах Китая, Южной Кореи и Италии, которые приняли серьезные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих граждан. Профилактические меры включают отмену общественных мероприятий, карантинные распоряжения и, конечно же, закрытие кинотеатров. Многие агентства сообщают, что Соединенные Штаты могут последовать этому примеру в отношении закрытия кино. Президент Трамп даже упомянул эту франшизу, возможно, непреднамеренно, принимая премьер-министра Ирландии 12 марта. Продолжение быстрой и яростной франшизы «Форсажа» должно было выйти 22 мая 2020 года, но теперь оно появится в кино только 2 апреля 2021 года. Точные даты премьер на международном рынке пока еще обсуждаются, но цель одна – отложить 9-й «Форсаж» до апреля следующего года. Актеры и съемочная группа «Форсажа 9» опубликовали в Твиттере заявление, касающееся задержки, которое гласило: «Мы чувствуем всю любовь и предвкушение, которое вы испытываете к следующей главе нашей саги. Именно поэтому особенно трудно сообщать вам, что мы должны перенести дату выхода фильма. Стало ясно, что для наших фанатов по всему миру невозможно увидеть фильм в этом мае. И пускай мы знаем, разочаровывает необходимость подождать немного дольше, мы идем на этот шаг в целях безопасности для всех. Перенос даты премьеры позволит нашей всемирной семье прочувствовать нашу новую главу одновременно. Увидимся следующей весной. И пускай вполне понятно, почему Universal Pictures откладывает «Форсаж 9», фанатам особенно грустно от того, что Вин Дизель, который возглавляет франшизу, исполняя главную роль Дома Торетто, недавно заверил фанатов, что дата выхода фильма не изменится. Дизель пообещал, что «Форсаж 9» останется на запланированной дате премьеры 22 мая. В интервью, опубликованном 7 марта, Дизель сказал: «Я не буду винить никого, кто сказал бы: вы, ребята, глупы, раз выпускаете фильм прямо сейчас. Но сейчас нам нужны фильмы, как никогда. Мы живем в очень интересное время, когда кино и кинематографический опыт находятся под угрозой. Так что да, я заявляю, мы выпустим его». Обидно в этой ситуации то, что «Форсаж 9» не впервые получает серьезную задержку. Изначально фильм должен был появиться в кинотеатрах 19 апреля 2019 года. Но когда Universal расставила приоритеты франшизы, на передний план вышел «Форсаж Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом на главных ролях. А «Форсаж 9» был перенесен на 10 апреля 2020 года, после чего попал в слот 22 мая 2020 года. Интересно, что «Форсаж 9» отодвинули почти на целый год не с первой или второй, а с третьей запланированной даты премьеры, потому что новая дата — это та, которую Universal резервировала под «Форсаж 10», который должен ознаменовать окончание основной кинофраншизы. Теперь, когда «Форсаж 9» занял его слот, что ждет «Форсаж 10»? Простой и грустный ответ заключается в том, что фильм, несомненно, также будет отсрочен и, вероятно, существенно. Производство фильма еще не началось, и оно не начнется в разгар глобального кризиса в области здравоохранения. В лучшем случае съемки начнутся где-то в следующем году, что означает, учитывая время, необходимое на постпродакшн, что 10-й фильм «Форсаж» скорее всего доберется до кинотеатров только весной 2022 года. Что ж, учитывая калибр «Форсажа 9», это большой облом для фанатов, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые франшизы боевиков, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.